Мгновенная карма. Мужчина угнал скутер и попал на нем в аварию в Шымкенте. Случай произошел на территории Аль-Фарабийского района мегаполиса. Припарковавший скутер возле одной из гостиниц, горожанин, вернувшись через полчаса, обнаружил пропажу транспорта. О произошедшем он сразу же сообщил в полицию. Заявление полицейские зарегистрировали по статье кража и приступили к разыскным мероприятиям. При проверке записи с камер наружного наблюдения установлено, что мотороллер похитил молодой мужчина. Оперативники проследили маршрут его движения по уличным видеокамерам ЦОУ. В результате подозреваемого задержали по месту жительства. Выяснилось, что прохожий парень, заметив ключи на замке зажигания скутера, сел за руль и уехал на нем домой. Почти у ворот своего дома он угодил в дорожную яму и вместе с похищенным байком рухнул на землю. Однако маленькая ДТП не помешало мотоугонщику вкатить транспортное средство к себе во двор. Серьезных повреждений он не получил. Сотрудники полиции изъяли и вернули украденное законному владельцу. В настоящее время дело с обвинительным актом дознавателя Аль-Фарабийского районного управления направили в суд. Туристы из Индонезии поблагодарили шымкентского полицейского. Путешествие по Казахстану иностранные туристы начали с посещения третьего мегаполиса страны. Не сумев сменить оператор связи в своих телефонах на местное, индонезийцы обратились за помощью к сотрудникам туристической полиции. Рут, Джастину и Роберто помог полицейский Адельхан Алимсиитов. Он не только зарегистрировал сим-карты, но и установил приложение для вызова такси, цифровые карты местности и путевозители, которые необходимы туристам в первую очередь. После Адельхан проводил гостей до ближайшего пункта обмена валюты и помог с поселением в гостинице. Кроме того, проявив гостеприимство, страж порядка пригласил иностранцев на обед и угостил национальными блюдами казахской кухни. Туристы выразили искреннюю признательность сотруднику полиции, подчеркнув его грамотность и профессионализм. Также путешественники поделились приятными впечатлениями от посещения города. Ернур Бабиев, Алмаз Данибек, Новости.